На канале Майер, зрителям моих подписчиков, сегодня в ремонте Alarm System Security. Вот такая GSM сигнализация, и что с ней. В общем, будем разбираться. Я сразу скажу, что я не профессиональный ремонтник, но если что-то берусь за электронику, мне как-то везет, получается что-то отремонтировать. И раз видео это вышло, значит, я это отремонтировал. Надо смотреть. Эта сигнализация долго провалялась, как ненужная, и сейчас нашел время, буду заниматься ремонтировать. Давайте отключаем, разбираем, ищем. Так, туда уже кто-то залазил, один винт, там сорванная резьба. Но это не моя сигнализация. Ну, первое, что думается, что у этих сигнализаций платы ненадежные и аккумуляторы не сильно надежные. Аккумуляторы бывают разные. Кстати, точно такая же была у меня, по-моему, на канале не делал видео, не помню. Но там мы меняли аккумулятор. Два пальчиковых никель металлгидридных. Или не записывал, я не помню. Так, корпус. Ну там просто перепаяли аккумуляторы и все. Так, ну тут урона резьба. Так, выкручу светодиоды. Лайк, подписка, бубенцы. Так, сегодня хорошее настроение, должно все получиться. Так, вот аккумулятор. Не знаю, что за элементы, предварительно искал, в интернете не нашел. Если вы знаете, ребята, какая-то батарейка, но мне кажется, это две литиевых. Вот видите, перемычка стоит, два литиевых аккумулятора. Ну точно не знаю, ребята, подсказывайте, хочу поменять все равно этот аккумулятор. Его тоже сейчас проверим. Так, что еще тут можно снять? Так, звука нету, да? Вы не слышали там на охрану, с охраны. Значит, еще так, здесь не снимается. Ну, давайте отпаяем, проверим. Заодно динамик. На корпусе, значит, что тут указано? 1,5 ватта, 8 Ом. Вот такой динамик. Так, разобрали. Wi-Fi модуль. Кстати, есть у меня усиленные антенны. Я заменю на усиленные. Все ссылки вы найдете в описании. Полезные. Окей, Google, мы RD. Аккумуляторы несложно проверить с помощью IMAX. Посмотрим сразу. Напряжение 8 вольт. Ну, в принципе, нормальное 8 вольт. Так, резистивность. 400 миллион. Да, это уже на замену батареечку. Ну, не совсем дохлая, но желательно поменять. Это не в аккумуляторе дело. Тем более от сети тоже глючит. Вставляем на омы. Здесь указано 8 Ом. Лайк, подписка, бубенцы. Ну что, показывает обрыв. Динамик не рабочий. Сейчас мне проблема найти такой динамик. Инструкцию по настройке, да, на русском языке я тоже в описании добавлю. Если у вас вдруг нету. Так, значит, у меня в хозяйстве тут нашлось старое пианино. Мы уронили, разбили. Я еще не ремонтировал, не склеивал, но я знаю, что тут есть динамики. Сейчас вот мы доберемся на время ремонта, выпаем отсюда. Он немножко другого плана.
попробуем. 6,5. Это что нам надо, получается? Еще 1,5 ома. Так, новая проблема. 1,5 ома. Ну-ка. Что у нас получилось? По 10 Ом. 3 запараллелил. Показывает 2,5 ома. Ну, нормально. Я потом сделаю получше. Сейчас на время ремонта пока так соберем. Потом установлю все туда. Так, ну ладно, пока такой навесной монтаж для проверки. Сейчас должно заговорить. Давайте-ка включим промежуточно, все это дело проверим. Воспринимает система охраны стандартных. Так, заговорила, да? Так, если кто не знает, как сделать сброс до заводских, это мы должны отключить полностью питание здесь и здесь, нажать на кнопку, потом подключить питание, произойдет короткий сигнал, и убираем палец с кнопки, и все. Система снята с охраны. Говорит. Система на охране. Так, я вот пробно положил 24 рубля здесь у меня. Ну и сейчас, если в течение 5 минут деньги не сожрет, то все успешно. Так, давайте ответим. Так, кстати, и слышно. Алло, алло, как меня слышно? Записывается, видите, запись идет. Так, все, отключили охрану. Да нифига не отключили, потому что здесь надо было вот сюда отвернуть. Сейчас будет опять звонить. Так, берем и сбрасываем. Так, все сбросили. Все-таки динамик имеет значение с микрофоном. Если он выходит из строя, начинает глючить вся охранная сигнализация. Так, отправляю смс-ку. Так, придет, не придет. О, пришло. Работает. А то было вообще неадекватно. Только деньги положишь, сразу как из пулемета череда смс-ок. И все, и денег нет. Хоть сколько ложь, пока смс-ками все не выстрелит, не успокоится. Система снята с охраны. Отлично. Вот, система снята с охраны. Все, осталось только понаблюдать еще. Вот этот глюк мы устранили. И вот второй еще глюк. Видите, доступ к электроэнергии. Отключили источник питания, доступ к электроэнергии. Видите, идет целая череда одним за другим. Это оказалось причина очень такая простая. Вот сам штекер. И вот тут у нас просто переломился провод. Вот в этом месте. Вот он болтается. И видать там на ветру или как. Провод чуть-чуть туда-сюда ходил, и был перебой по питанию. Сейчас надо вот этот штекер заменить, и все. То есть надо внимательно все осмотреть. Вот этот глюк сейчас тоже будет устранен. Так, сейчас устраним этот глюк. Так, а антенку я все-таки заменю. Я купил несколько вот таких антеннок, и везде, где можно, их меняю. А вот эти усиленные, более дальний радиус действия. Так, следующее, что мне тут показало, оборваны два проводка. Сейчас берем и назад припаиваем все это дело. Раз уж разобрали, надо сразу все чинить.
тут за сигнализация такая? Ну, в общем-то, это не буду процесс показывать. Так, второй вариант, как вы считаете, может лучше? Два аккумулятора на 6 ампер-часов суммарно и будет хватать на 2-3 дня автономной работы. Здесь вот припаял проводок, все мы подключаем. Штекер. Также убрал вот этот большой динамик на 8 Ом и поставил поменьше динамик. Вот из такого пианино вытащил. Как раз характеристика совпадает на 8 Ом. И закрутил стандартно винтиками сюда. Ничего не болтается, все тут чин-чинарем. Так, теперь можно ставить панель. Ну, давайте включим. Динамик должен сообщить, что все окей. Вас приветствует система охраны стандарт. Да, отлично, хороший звук. Так. Также будет работать. Вас приветствует система охраны стандарт. От аккумулятора. Все окей, шиш. Можно закручивать верхнюю крышку. Все комментарии читаю, если какие-то есть вопросы, отвечаю. В общем-то, имейте в виду, если понравилось, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, переходите, там сотни видео, все разные, и думаю, полезные для вас. Это был Майер, всем пока.